Лучи и добра всем, с вами Волкофрения, а это Анна Амари, или же Сомбра. Мы посмотрим на нее сегодня. Посмотрим, как она, что из себя представляет. Герой-саппорт, ребята, герой-саппорт. Совсем чуть-чуть ей поиграл. Совсем чуть-чуть. Я не уверен, что мы там будем сейчас побеждать, потому что все по возможности стараются пикнуть нового персонажа, впрочем, как и я сейчас. И очень много Ан-Амари, очень много. Очень много сейчас играет. Так, я тут уже кидаю, вовсю расстреливаю. Это снайпер. Снайпер поддержки. Причем очень неплохой, но ей нужно научиться играть. Кто умеет играть за вдох, очень рекомендую. У них получится поиграть за Анну Амари. Быстро спать. Вот мы одну за... сейчас. Что, ничего не может делать все равно, да? Быстро спать. Так, тихо. Постой. Жить будешь. Сейчас я вам расскажу ее скиллы. В принципе, они не такие замысловатые, но нужно тоже уметь попадать. Ну ты куда? Я ж тебя кидаю. Так, попали. И можно кого-то усилить. Давай. Пошел. А ну в бой. Вот, давай, под усилением. Хорошо, залетел. Вот, минус один, минус два. Красиво сделали. Минус три. Вообще великолепно. Великолепно. Отдохни. Ну давай, так. У нас все тут Анна Амари. Хорошо. И мы захватываем точку. Сейчас расплата. Не получится. Сейчас расплата. Застыньте! Не шевелитесь! Так, тихо, уходим. Отлично. Получилось. Прыгали. Баю-бай. Засыпай. Не отвлекайся. Минус. Правосудие свершилось. Видите, ребят, как круто. На shift, значит, у нее, если попадаешь шифтом, надо попадать в цель, она просто дезориентирует соперника и заставляет его лечь, отдохнуть. В этот момент можно, естественно, расстрелять его. Поэтому на правую клавишу мыши прицел. Очень так... Тихо. Хорошо. Причем она не моментально урон наносит, а... Давай, все нормально. Можем усилить можем еще. Усилить. Так, занервничать, отходим. Бум, нормально все. Восстановите силы. Усиление. Давай, пошел. Постреляй. Минус сразу, минус два сделал, красиво. Минус, там вообще жесть. Уходим. Похиляемся, ребята. Значит, на Ешечку кидает капсулу, которая разрывается и хилит ребят. АОЕ в радиусе. Это круто. Сейчас мы, кстати, побеждаем. Это приятно. Честно, не ожидал, потому что саппорт, честно, я не знаю, как она еще... Ну, я вижу, что она крута, на самом деле. Очень крутая, если грамотно. Ай-яй-яй. Тихо. Подлечитесь. Так, я здесь одна осталась, поэтому... Ай, успел. Успел убить еще. Напоследок мы. И очень неплохо получается. Shift. На shift у нас мы заставляем соперника спать. Да, противника. Причем не АОЕ одного человека. На Ешечку мы ломаем капсулу и АОЕ хиляем, ребят. Только надо попадать опять же в кучку, да, в своих кидать. И все, стреляем. В принципе, это все, что нужно. Я их промазал. Надо попадать, ребята. Этим надо попадать. Продолжай. Не отвлекайся. Так, давай, кого похилим? Надо кого хилить? Нет, пока буду беречь. КД все-таки есть и не маленькая, поэтому надо, следует беречь свои капсулы хила. Спасибо. И выцеливаем. Можем усилить. Усилим турбосвина потом. Усиление. Поехали. А ну в бой. Есть, понеслась. Это поможет. Хорошо, красиво. Я прикрою. Где? На, минус. Еще на. Понятно, я назад пошел. Сзади стена уже оказалась, поэтому...
Меня убили, не получилось убежать. Все нормально, красиво. Меня зажали. Бедная Аннушка. Анна. Есть победа. И есть. Раунд. Первая точка захвачена. Круто, ребят. Очень неплоха. Прям, блин, мне нравится уже этот персонаж. Хотя я снайперов вообще не очень перевариваю, люблю. Не умею играть за вдову и не особо ее тренил, не хочу и не нравится. Тут саппорт-снайпер очень интересный персонаж, харизматичный. Вот такая вот она краса. Анна Амари или же Сомбра. Правосудие свершилось. Конечно. Привет. Приветствую всех. Привет, братва. Мы побеждаем, и это очень круто. Вот. Можно даже посмотреть. Я давно мечтала сразиться с тобой. Значит, поддержка, сложность, 3 звездочки, снайперская винтовка, ее попадание лечит союзников, наносит урон врагам. Вот что я вам еще не сказал. Когда мы стреляем по своим, мы их тоже хиляем. Дальше, стимулятор, все понятно. Увеличит скорость союзника, наносим урон, уменьшает получаемый урон. Короче, все круто, да. То есть можно стрелять до по своим. До свадьбы заживет. До свадьбы заживет. И мы будем хилять своих. Вот про это я что-то забыл совсем. Ничего страшного. Блин, круто. Я надеюсь, мы сейчас задолжны. Хиляем. Еще иди сюда. А вот и лекарство. Можно так, объект. Можно в прицел брать. А можно, знаете что? Вот я зря сюда пошел. Хилочка. Так, надо было на ешечку. Не, ешечка была на КД. Все понятно. Можно было шифтом. Но это надо скилл, надо наигрывать, конечно же, этого персонажа, чтобы тащить. Не всегда получается, но... Да, прикольно. Очень прикольно так сделали, да? По своим стреляешь, хиляешь, противникам дамажишь. Все четко. Давайте, ребят, первую точку мы нормально захватили. Так, мне надо трейсер. Вот я о чем говорил. Все, хорошо. Хиляем, подлечитесь. Отдохни! Видите, вот я поспать, все хорошо, красиво. Так, меня еще минуснули. Надо держаться вообще вдалеке. Надо держаться ей вдалеке. Вперед не лезть, как я. Ну, блин, хочется захватить точку, это ошибка. Бежим, от меня бежим. Так просто не избавиться. Конечно. Бабулечка на старость лет. Так, ребята, да точку. Точка. Так, можно усилить сейчас. Сейчас давайте усилим нашего турбосвина. Огонь по готовности. Усиление действует. Все, хиляемся. Ауе, хил. Отдохни и поспи. Минус. Хорошо. И... Вот это поможет. Вот это хорошо. Да что ж ты, убейте трейсер. Убейте трейсер, она хочет нас минусануть. Симулятор активен. Так, хорошо, тоже ультанула. Полечись. Ну, можно так стрелять, в принципе. Хорошо. Ребятушки, хорошо, идем. Даже не знаю, выходить туда, не выходить в бой. Надо сейчас поспать, чтобы он лег поспать. Вот так. Вот. Нормально было. Я за тобой. Тихо. Мэй. Хиляю выстрелами. Всех хиляю выстрелами, захилил. А кто меня похилит? Меня никто не похилит, я сам себя похилю. Ай, больно. Сучечка. Ладно. Фу-ху-ху. Очень интересный персонаж. Интересная у него механика. Мне она нравится. Однозначно. Хотя кемпедристов я не люблю, как я уже говорил. Но выглядит она очень приятно. И, кстати, на нее очень крутой скин. Я обязательно вам покажу. После мальчика. Сейчас мы затащим эту катку обязательно. Как иначе. Вот это поможет. Подлечись. Давай, турбосвин. Усиление действует. Ладно, промазал ее. Давай в бой. Пошел залп. Хорошо, баю-бай. Хорошо. Красиво. Не шевелитесь. Где? А ну-ка, промазал. Кто еще? Хиляю. По своим. И это ГГ, ребята. GG. Красиво было.
Красиво. Причем я одну катку всего лишь за нее сыграл, и вот уже что-то получаться даже стало, это приятно. Лучший момент матча. Кейбл. Так. Не с ультой ли? Да, я на него. Я ему ульту дал, он пошел всех резать. Я его усилил. Пошел, порезал. Да, очень неплохо. Вообще прям четко. Прям бомба-комбо. Ульта на него, он свою ульту прожал, и было все грамотно, красиво. GG. Давайте сейчас покинем матч. Я вам покажу. О, у меня контейнер даже есть. На нее, на Аннушку. Причем она с одной N. Давайте посмотрим ее облики. Бирюза. Ну, это понятно, да, просто расцветочка. Ее ничего особенного. Мне очень нравится Ифрита. Вот это, мне кажется, самый крутой скин на Анну. На Сомбру очень крутой скин. Сестра тоже прикольный, да, но вот тут шлем, тут маска вообще зачетная. Просто красиво, плащ красивый. Ну, все круто, все красиво. Легендарные скины мне не так нравятся. Легендарка, тут вообще какие-то противогазы. Мне кажется, ей это не очень идет, хотя многие со мной не согласятся. Но это мое мнение. Мне очень нравится. Вот еще, кстати, Гор. Такая-то воинственная в беретике. Очень неплоха. Но мне очень нравится Ифрита. Она краса. Давайте посмотрим ее эмоции. Ух. Не-не-не, бабулька не разрешает. Ну сколько ей лет? Ага. Чаечек заваривает. Неплохо, бабушка. Да-да-да, вот это вот зачет. Победные позы. Угу. Вот это ништяк, вообще сидя. И давайте посмотрим лучшие моменты матча. Всегда на страже. Типа отдохни, когда она транквилизатором втыкает. Вот это круто. Ты моя цель. Не, ну вот это вот зачем? Вот так, друзья. Вот так. Очень неплохой персонаж поддержки. Снайпер. Снайпер-саппорт. Круто. Всем советую попробовать ее поиграть за нее. Бабулька-то тащит. Пишите в комментариях, как вам этот персонаж. Тащите ли вы за нее. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Лучей добра всем. С вами был Лукафрения. Пока. О, фиолеточка выпала. На солдата? Понятно.